Телеканал «Репортер» – самый смотрибельный в Одесской области. К таким выводам пришли сотрудники Центра социологических и политических исследований «Аргумент». Опрос касался 4 категорий СМИ – газет, радио, интернет-изданий, местных каналов. Более 12% респондентов заявили, что смотрят «Репортер». Общие результаты исследования выглядят так. Первое место – «Репортер» 12,3, и с ним же разделяет первый городской канал. Первое место – 12,3%. А1 – 10,2, седьмой канал – 8,6, «Град» – 8,4, «Глаз» – 8,1, «Думская» – 7,2, «GTV» – 6,2, «Здоровье» – 5,4, «Круг» – 4,0, «Южная волна» – 3,2, «Плюс» – 2,9, «Одесса» – 2,8, «Моя Одесса» – 1,7, «Джиньюз» – 1,7, «Сити ТВ» – 1,5, «Медиаинформ» – 1,3, «Академия» – 1,2.